Шбат шалом. Давайте мы устанем, помолимся перед чтением и комментарием. Благословен ты, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Аминь. Нынешняя недельная глава называется «Вейшлах». Буквально переводится «И послал» по первому слову этой главы. Значит, краткое содержание такое. Значит, встреча Якова с Исавом. И несколько этапов тут описывается. Яков готовится к встрече. Борьба Якова с кем-то. Встреча Якова с Исавом непосредственно. Далее описывается история того, как Яков поселился возле Шхема, история с Диной и разрушение Шхема, возвращение в Бейтель, благословение и изменение имени Якова на Исраэль, рождение Биньямина и смерть Рахели, Рувен и Била, 12 сыновей Якова, смерть Ицхака. И дальше перечисляется родословная... Эйсава, ордословная Сеира и цари Эдома. В очередной раз, читая Писание, увидел вот непосредственно в Торе наглядную демонстрацию каких-то кратких высказываний, которые мы можем увидеть впоследствии. Наверняка все вы слышали такую фразу что из Писания и читали: что если Богу угодны пути человека, то Он и врагов его примиряет с Ним. Так вот, в этой недельной главе мы можем увидеть наглядную иллюстрацию того, как этот принцип действительно работает. Вы помните, что Яков покинул земли Ханаана, покинул свой отчий дом и ушел в Месопотамию, именно убежал в Месопотамию в силу определенных обстоятельств. Во-первых, гнев брата возгорелся за ту историю с благословением, да? Значит, ну и плюс ко всему, мама постаралась, как нормальная еврейская мама, она постаралась Якова подальше, как говорится, с глаз долой от Исава, чтобы утихомирились оба. Значит, отправили его, и отправили его вроде бы как и под предлогом определенным, но и с целью. Да? Значит, мы знаем, что он там провел определенное время, 20 с лишним лет, и вот он возвращается. Бог ему сказал, встань и возвращайся. Вот возвращается ему предстоит встреча с его братом Исавом, который грозил его убить. И чтобы вы поняли, что он ощущает при этом, вот представьте себе, что кто-то ну, реально из-за дела грозился вас убить, а вам теперь предстоит встретиться с этим человеком. Но при всем при этом вы должны понимать, что прошло много лет, и тот, и другой уже изменились. И вы знаете, я вот когда читал, обращая внимание на некоторые моменты, я ну, прочит, прочитаю, процитирую, как бы ну, сейчас саму идею передам. Вот вы знаете, когда вот э, молодые люди, у которых в принципе в, в потенциале есть и возможность в будущем заработать, и немало заработать, и возможность получить наследство, и немалое наследство, но вот пока оно все в будущем где-то там. Ну, хочется же что-то иметь сейчас, и именно из-за того, что хочется иметь что-то сейчас, возникают определенные трения, там, или с братьями, или с друзьями. Ну, потому что, иди зная, доживу ли я до того времени, да, хочется получить действительно вот сейчас и наслаждаться этим сейчас. И совсем другое, вообще другое отношение к жизни, когда человек уже прожил достаточно много времени, он уже имеет свое дело, он имеет хороший стабильный доход, у него все есть, вот о чем только он может мечтать. И тут совсем другое отношение. Я вот просто процитирую интересные места. Значит, при встрече Исава с Яковом и сказал, что у тебя весь этот отряд, который я встретил. Вы помните, что Яков перед собой послал отряды с дарами. И он говорит, что, может быть, таким образом я умилостивлю своего брата и увижу лицо его благосклонным к себе. И сказал Яков, чтобы найти милость в глазах господина моего. И сказал Исав, есть у меня много, брат мой. «Пусть у тебя будет то, что твое». Но Яков сказал, «О, нет, если я нашел милость в глазах твоих, то прими дар мой от руки моей за то, что я увидел лицо твое, как увидел лицо Божье, и ты был благосклонен ко мне. Прими же дар, который поднесен тебе, потому что Бог даровал мне, и есть у меня все». То есть пришло время, когда и у того есть все, и у этого есть все. В принципе, благословение для чего нам нужно – ну вот если вот чисто на житейском таком обычном уровне, да, ну для того, чтобы хорошо зарабатывать, да, чтобы не сильно перетруждаться, чтобы бы жить в достатке, ну вот как бы благословение для обычной нашей жизни, да, а тут вот они уже реализовались, у каждого есть все. И в принципе, как бы, уже забылись споры и по поводу благословений, и по поводу первородства. И реально они встречаются уже, ну, совсем по-другому смотрят друг на друга. Значит, и, действительно, Бог с годами меняет нас. И скажу: вот сейчас просто хочу обратиться к молодым людям, у которых еще далеко не все есть, но всего хочется. Не стремитесь что-то захватить обманным путем или каким-то лукавством, потому что написано, что наследство, захваченное преждевременно, впоследствии не благословится. Я вам скажу, понял я этот принцип, еще будучи неверующим, и ну, в свое время был у меня такой грех, я, я попытался захватить наследство свое. Я вам скажу: вот когда я его захватил, и как оно от меня легко ушло, тогда вот я понял, что вот то, что так легко приходит, точно так же легко уходит и пользы на самом деле никакой. Понимаете? Но когда я познал Бога, когда я встал на Его пути и я начал двигаться Его принципами, реально в определенный момент жизни пришло такое благословение, о котором я даже не мог ни представлять и ни мечтать. Реально, Бог может творить чудеса в нашей жизни. Поэтому доверяйте Богу, возрастайте в том малом, что Бог вам дал. Придет время, вы будете благословлены. И не будьте, пожалуйста, вот как моя дочка, которая говорит, вот хочу конфету. Я говорю, ты получишь конфету, но после завтрака. Нет, не хочу после завтрака, хочу сейчас. И начинается истерика. Ну, то есть очень часто мы просто уподобляемся таким маленьким детям. Понимаете? Так давайте мы все-таки будем умом не как дети, но как, научаясь из Писания, будем действительно взрослыми людьми. Значит, и вот еще один интересный момент. Фраза, которую я процитировал, заканчивается. «И упросил он его, и тот взял». Вот вы знаете, очень часто мы ну, как бы мы понимаем, что хорошо быть щедрым, хорошо быть дающим, и мы пытаемся это проявить. Видим человека в нужде, приходим, говорим, вот мне Бог положил на сердце, возьми. Тот говорит, да спасибо, не надо. Ну, не лад, ладно, не надо, как не хочешь, как хочешь. Помните, когда Давид хотел приобрести землю для храма? И ему сказали, да можешь взять даром. Но он сказал, не, не хочу даром. Я хочу заплатить за эту землю. Вот очень часто мы попадаем в ситуации, где в принципе, в принципе мы можем и не платить. Знаем, что вроде было бы неплохо заплатить, но если предоставляется возможность не заплатить, мы предпочитаем не заплатить. Так вот, Яков, при том, что имел возможность как бы вернуть те дары себе, да, ну, Исаф отказался, ну и ладно, у него есть, у меня останется, как бы нормально, да, он уговорил его, и я вам скажу, в этом тоже есть определенное благословение, я вот совсем недавно тоже столкнулся с такой ситуацией, то есть мои лично родители, они не склонны к тому, чтобы принимать что-то от меня, ну, думаю, типа, вам, вы семья молодая, вам нужнее, Значит, и я недавно ездил э, к ним, и мы с Соли решили такие вот, вот помочь, потому что там действительно нужна помощь. При том, что у них есть, все-таки помочь мы должны. И я уже, зная, что они будут отказываться, подготовил такую речь и говорю: вот, Вы хотите, чтобы Бог нас благословлял? Да, хотим. В таком случае, будьте любезны, примите это как дар, не рассуждая о том, кому это нужнее. Потому что если вы этот дар не примете, а я это заберу с собой, я приду к Богу, он меня спросит, а почему ты не пытался их даже уговорить? Ну, понимаете, какой подход? Действительно, мы не просто должны номинально для галочки исполнить заповедь, мы должны приложить к этому все свое сердце и все усилия от нас зависящие для того, чтобы действительно с радостью это делать, Потому что Бог, когда нас наделяет своими благословениями, Он делает это с радостью. Так давайте мы, уподобляясь Ему, будем делать тоже и дела добрые, и жертвы приносить, и дары делать действительно с радостью. Спасибо.